отряды, равняйся, смирно. Объявляется перекличка отрядов, участников смотра строя и песни. На внесение знамени стоять смирно, равнение на знамя. Называйте отряд и его девиз. Школа номер 25, 7 Г. Отряд. Давайте мы сейчас для образца называют председатель или командир называет отряд. Весь отряд называет имя отряда и девиз. Вы самый старший сейчас второй. Эти все молодые, только что приняты пионеры. Поэтому их надо немножко научить. Юный патриот! Наш девиз! Отвага, вера, честь, победа в команде нашей знакома это! Сражаемся пристойно и победим достойно! Вольно. Сводный отряд из 5 А, Б и 4 Е класса. Отряд. Как называется? Больно. Отряд 5 Г класса.
предоставляется председателю краевой пионерской организации Железной Галине Васильевой. Дорогие ребята, сегодняшний сбор – это начало поэтапной подготовки к финальным соревнованиям военно-спортивной игры «Зорница-2019». Следующий этап у нас после смотра строя песни будет изучение средств индивидуальной защиты, то есть противогазов, и подготовка санитарной дружины в части лечебных трав. Санитарная дружина у нас из 6 человек состоит. 3 человека готовят лечебные травы, 3 другие члены этой команды готовят первую помощь доврачебную. Это там и теория, и практика. Сейчас, чтобы начать смотр строя и песни, необходимо провести жеребьевку. Прошу командиров отрядов подойти сюда к нам и вытянуть номер очередности вашего выступления. Пожалуйста, председатели, подойдите из котелка солдатского, будем похитили. Котелка нет на столе. Ребята, прошу прощения, сейчас... Ага! Спасибо, почему-то котелок переместился с этого стола. Седьмому Б я сама выдала номер первый, чтобы они показали, как это проходило. Выход 7 Б 25-й школы под номером 1 выступает. Следующие ребята, тяните. 7 Б. Член жюри, записывайте, кто там, под каким номером. Кто? 25-я школа, 6 Б, 3 номер. Так, давайте как-то будем записывать. Члены жюри, вы там записываете очередно? Какой класс? Школа 25, 5 Б, под номером 2 выступает. Может, не расстраивайся, все будет хорошо. Следующий тяните. 6 номер вытянул отряд такого. 71-я школа, 5-й А. Они сводный отряд сегодня. И 5-й, 6-й класс они объединили. 4-й и 5-й объединили под 6-м номером. Вытянули. 4-й номер вытянула 60-я школа, 6-й Б класс. Да. Это кто они? Ой, ладно, в конце так, в конце. Так, ребята, я вам поясняю ситуацию. Новые отряды, которые вступили в канун столетия комсомола, это было 20 октября 2018 года, в конце года, они не успели еще освоить все наши науки и сами добровольно объединились вот только на этот этап. К апрелю месяцу, к финальным соревнованиям игры «Зорница», они разъединятся и будут каждый самостоятельно выступать. Поэтому сегодня у нас такая заминка. Кто-то вообще не пришел. Испугались, видимо. Поэтому будем... Согласно ситуации, ориентироваться. Объявляю состав жюри. Строевую подготовку оценивать будет жюри в составе почетных и очень знающих людей. Это председатель Борисов Виктор Васильевич, капитан первого ранга
Виктор Васильевич, пожалуйста, сюда проходите. Члены жюри. Полковник Николай Сергеевич Вавилин. Где он у нас? Сюда, пожалуйста, чтобы вас видели. И методист Владивостокского городского дворца детского творчества Старостина Елена Михайловна. Пожалуйста, сюда тоже, чтобы вас видели. Она будет смотреть не только строй, подготовку строевую, но еще знаменные группы барабанщиков и боевые листки. Кроме того, у нас боевые листки оценивать подготовку барабанщиков и знаменных групп будет представитель волонтерского отряда Шишкина Алена. Вам она уже известна по прошлогодней игре «Зорница». Итак, объявляется сейчас 5-минутный перерыв, и на площадку затем пригласим команду под номер 1, то есть 7 класс 25 школы. А сейчас разойдитесь. Нужно, ребята, знаменные группы, там ленты знаменные будете одевать перед тем, как выйти на площадку, и пилотки.